Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Get Even. Доктор Рэмзи, вы желаете продолжить? Да, Хоп, прошу прощения, сколько проблемных воспоминаний я отметил в ходе аудита? Вы отметили три проблемных воспоминаний, и все они сильно повреждены? Да, доктор Рэмзи, у нас должно хватить данных, чтобы разобраться в них во время анализа. Хоп, посмотрим их в том же порядке, в каком мы их записывали. Загружайте первую отметку. Загружаю. И что же, нам придется опять отправиться, что ли, или как? Или побродить здесь? Продолжить. Да нет. Давайте-ка пока мы отменим. А у нас здесь ничего не остается, вроде бы как. Мы везде все с вами облазили. Что у нас тут такое? Ага, это какие-то у нас воспоминания идут. Они нам очень сильно пригодятся. Тогда давайте, наверное, с вами все-таки отправляться в путь-дорожку. Продолжим. Да. Надеваем свой шлем. И отправляемся. Самат начинает воспроизведение. Отметка 001. Смерть Джаспера Прада. Доктор Рэмзи, учтите, эти воспоминания сильно раздроблены. Именно поэтому я и выбрал его для анализа. Я хочу посмотреть, не скрывал ли там чего-нибудь Блэк. Доктор, вы очень кратко отметили это воспоминание. Что именно случилось с Прада? Да, что именно? Спасибо, что напомнили. Хотя вопрос не в том, что случилось с Прада, а как это с ним случилось. Доктор Рэмзи, напомню, что действовать надо быстро. Я буду поддерживать стабильность воспоминания, пока это позволяет криптосистема Саванта. Блэк, ради бога, быстрее, я в ловушке. Ты можешь все остановить. Я пришел сюда, чтобы спасти Джаспера, я в этом уверен. Хорошо, ребята, давайте приступать. И у нас здесь опять голограммы какие-то. Хорошо, я внутри. Надо все осмотреть, найти Джаспера и понять, что произошло на самом деле. Если вас обнаружат, враги будут появляться до тех пор, пока вы их полностью не уничтожите или не доберетесь до нового блока памяти. Вот оно как. Ну что ж, телепортируемся. И не забывайте использовать сонар, нажимая V. Ну что ж, красавчик, придется тебя ликвидировать. Поглощаем. Ага, тут у нас двое стоит. Ладно. Придется их тоже ликвидировать. Опа-на. Тихо-тихо, просек меня все-таки, а? На-ка, получи тогда. Началась суета, сейчас будут бежать со всех сторон чудики. Нам нужно как можно быстрее с этим делом покончить. Опа-на. Иди сюда. Ха-ха-ха. Извиняйте. Пардонче, я бы так сказал. Не понял, по мне кто-то стреляет. А это что такое? Актив. Активировать энграмму. Хорошо, сейчас сделаем. Кто это был? Ты его впустил? Коул Блэк, мужик, с ним лучше не связываться, поверь. Ну да, а доступ-то у него есть? Сам его спрашиваю, если тебе интересно. Я к нему не пойду. Так, перемещаемся на другую сторону. Че он там делает? Ага, отливает. Ну что ж, извиняй тогда. Поглотили. Что там за разговор? Где шушукается? Пока все чисто. Вон они. И здесь еще голограмма. Черт, вот оккупировали-то, а? Ну что ж, теперь у меня есть хотя бы автомат. Так, секунду, здесь-то что мы сделаем? Опять анализ. А, нет. Что ты смотришь-то? Пока. Чпок. А вот это уже энграмма. Надо соединять. Блэк, ради бога, быстрее. Я в ловушке.
Ты можешь все остановить. Джаспер, ты сам во всем виноват. Я много раз тебя предупреждал. Я слишком многим сейчас рискую. Блэк, твою мать, послушай меня. Все чудеснее и чудеснее, мистер Блэк. Ред, а что нам это дает? Я так и не понял. Если ты знаешь, поделись хотя бы со мной. Я пока ничего не понимаю. Нет, я понимаю одно, что ты хочешь проверить Реда, врал ли он тебе или нет, но в данный момент что ты так радуешься? И чему? Пока идем просто по его глупо, тупо следам. Как все было, так оно все и есть. Ага, энграмма опять очередная. Что там у нас такое? Я на месте, держи его там, не бойся, я просто хочу с ним поговорить. Больше ничего, главное не слушай его, это очень скользкий тип. Ага, значит вы все-таки видели Прада перед тем, как он умер, интересно. Да мне уже, честно говоря, самому интересно. Опа. Минус один. Сейчас мы и этого поглотим. Тут со всех сторон палево, к сожалению. И сверху, и снизу. Неудачно, конечно, получилось. Я думал, что получится поглотить. Полагаю, мы приближаемся к моменту трагической гибели Джаспера. Хоуп, как там память? Стабильно? Держится, доктор, но лучше поспешить. Во-во-во-во, суета началась, суета. Куда он? Где он, гад? О, со всех сторон меня прижимают. Черт подери. Да, быстро меня вырубили. Даже не ожидал. Откуда начнем? Ну, хорош уже грузиться. Все, я понял. Угу, с этой точки. Ну что ж, давайте теперь только аккуратненько все мы это провернем с вами. Не будем лезть на рожон. Куриц стоит. Этот тоже тут балдеет. Получится поглотить, нет? Отлично. Пока без шума все. Палева тоже нету. Здесь тоже должен быть один чувачок, который может быть наверх. Лучше сходить. Полагаю... А, ну это мы читали с вами. How stable is the memory? Holding up, doctor, but move quickly. О, нет. Доктор Рэмзи, я обнаружила мощный очаг сопротивления. Будьте осторожны. Да, память Блэка пытается себя защитить. Что же вы увидели, мистер Блэк? Ребят, ну согласитесь, когда я здесь проходил, ничего такого особенного здесь не было. Но я имею в виду, когда я играл за Блэка. Бинго. Отлично. Так кто пропалил меня? Ну, это и не удивительно, тут со всех сторон. Оу. Давай, 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 давай. Ред, нам надо сматываться, черт подери. Блин, не хватало еще тут отдуплиться. Может быть здесь постоять, переждать? Этот кризисный момент. Куда ты бежишь, роднуля? Нет. Черт, у меня еще и патроны кончились здесь. Вот это засада. Стволы давайте подберем по-быренькому. Теперь есть, отлично. Ну где ты там ныкаешься, вылазь давай. Ну куда там спрятался? Блин, да не пойму нифига. Ага, вон они, голубчики. Слишком дофига, надо отступать. Ну тут тоже не вариант, а, стоять. Черт подери.
Неужели он еще здесь? Вот он, олух. Да какого лешего-то? Нормуль. И наверху голограмма. Что теперь? Что теперь? Думай, 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 рычик. Блин, вниз идти? Больше никаких вариантов нет. Ага, вот, проход. Опять энграмма. Какого хрена? Эй, не бросай меня здесь. Я ни в чем не виноват. Пожалуйста. Где Джаспер? Недалеко отсюда. Я слышал его крики. Слушай, что тут происходит? Они схватили его, не зная, кто им приказал. Я пытался им помешать, и меня заперли. Ты же сказал, что ни в чем не виноват. Тебе еще повезло, что ты жив. Прошу, не бросай меня здесь. Слушайте, когда я играл, такого не было. Это уже, видимо, за кадром все оставалось. Хотя, подождите, при чем здесь, когда я играл? Я играл в свои воспоминания. Так, так, а это показывает истинную историю, которая начиналась с самого начала, когда Блэк еще был жив. Вот в чем проблема-то вся. Ну что, что опять... Блэк, ради бога, быстрее, я в ловушке. Ты можешь все остановить. Это кричит Джаспер. Я пришел сюда, чтобы спасти Джаспера. Я в этом уверен. Интересно, кто завалил этого Джаспера, а? Джаспер Прадо. Все равно ведь узнаем правду. Никуда она от нас не скроется. Где мы, черт побери? Знакомое местечко. Взаимодействие. Оу. Роджер Ховард. Ага, тут надо что-то нам сделать. Арбалет? Пистолет с глушителем. Мистер Кот, это не то. Портер, я вряд ли думаю, что это он. Насколько помню, стреляли в голову, да? Помните, мы когда делали расследование, был выстрел в голову. Там и головы-то практически не было. А кто его мог убить? Как вообще должна тут состоять картина? Ну, оружие должно быть мощное, потому что голову ему там вообще в хлам разнесло. Роуз Эткинс стреляла из арбалета, ну это бред. Давайте посмотрим, может быть здесь какая-нибудь есть подсказочка. Ага, записочки очередные. Что в них пишется? Адрес заявителя: Пайн Гроув, Лики, Бирмингем. Происшествие. Возможно, убийство на территории заброшенного склада. Описание происшествия. 20 июня примерно в 14:00 нам поступил звонок с сообщением о теле, которое лежало на территории пустующего склада около трассы 10. Сотрудники полиции, прибывшие на место, подтвердили. Постойте, постойте, мы это уже как-то читали. Это уже повторяется. Нам это неинтересно и никаких зацепок не дает. Оу. Что нам сонар показывает? Ничего. It's инцидент, да, значит. Для опознания тела потребуется криминалистическая экспертиза. Но нас волнует сейчас совсем другое. Оу, а это что такое? Боже мой, неужели ты и правда хочешь нажать на курок? Охереть, мужик, это уже перебор. Давай все обсудим. Ты переступил черту, приятель. Не делай этого, ты все испортишь. Операция уже началась, все изменится, если ты вздумаешь ее остановить. Опачки. Джаспер, правда, с кем-то балялякал. Я так и не понял, с кем. Не разглядел.
потому что занят был читанием этим. Но какой-то чудило там стоял, тем более мужик. И это был Джаспер. Без капюшона. Так, это что тут? Подожди. А, ну это опять мы возвращаемся сюда. Нам нужно спроецировать картинку, как все происходило. Вот выстрел в голову. Надо понять, из какого оружия. Ну, предположим, из этого. А кто мог быть? Нет, ну не в живот, это явно. И не в затылок. Да не то. Вот так вот все это было. Только кто... О, сработало. Давай восстановим эту кашу, Хоуп. У нас достаточно данных. Да, доктор Рэмзи, запускай симуляцию. Ты мне всегда нравился, Джаспер. Чувак, послушай меня. Опусти пушку, ладно? Если ты выстрелишь, все изменится. Просто опусти пушку. Опа-на, это все-таки был Блэк. Хоуп, что там стряслось? Доктор Рэмзи, память повреждена. Побочные эффекты реконструкции. Память пытается себя защитить. Возможно, если же это последствия амнезии, это неизученная ситуация, доктор. Нейтрализуйте угрозу, и я смогу вас вытащить. Угу. Отлично, нам нужно отсюда выбраться. Зачем ты убил Джаспера? Летает в воздух. Оу, щит! А у меня нет оружия. Ха. Блин, куда портануться-то? Во. Сюда теперь. Дальше давайте сюда. И вот так вот. Ну, теперь хотя бы есть ствол. Бинго. Угроза нейтрализована. Ожидайте. Вау. Это что такое? Это смерть Джаспера. Да, ребята, вот такой вот криминальный детектив, триллер, я не знаю, как его назвать, он очень сильно запутанный. Кто начинает смотреть где-то с середины игры, конечно, ему ничего не будет понятно. Блэк сказал мне, что пришел туда, чтобы спасти Джаспера. Хоуп, кто-то мог нарочно повредить эту память. У меня мало данных, чтобы сделать категоричный вывод, доктор. Хм, убил его. А мы лишь знаем, что Джаспер не выполнял приказы и приступил к черту. Хоуп, запишите это. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Всем пока, до скорого.